Совсем недавно некий господин Дасани заявил, что пока деликатно предупреждает черкесов, чтобы закрыли для себя тему Сочи. Вообще, скажем так, территория Красной Поляны, там, где жили ахчепсховцы, также причисляют многие авторы к черкесским территориям и черкесским этническим подразделениям. Но я бы хотел бы заметить, что так делать не нужно. Это не братское поведение. Мы пока что предупреждаем их деликатно. Давайте мы сразу закроем вопрос про Дасаня. Он очень активно сейчас пытается на общественных площадках позиционировать себя как патриотом не только Абхазии, но всего Северного Кавказа. Я этого человека не знал во время войны. Он где-то там в России выполнял какую-то невыполнимую миссию. И оставим все это на его совести. Он совершенно для нас никто, особенно для меня. И вот эти его предупреждения и угрозы, ну,